Всем привет, меня зовут Екатерина, я менеджер компании Allegria офиса в Валенсии, и сегодня я покажу вам отличный дом, который находится всего в 15 минутах от Валенсии в городке Побла де Вальбона. Дом у нас стоимостью 400 тысяч евро, находится на участке 4 сотки, площадью 150 квадратных метров. Дом у нас включает 3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты, также большой салон и кухня, и также большая застекленная терраса. Дом у нас постройки 2017 года с современным ремонтом. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Пойдемте смотреть. Итак, проходим с вами на участок. Участок у нас 427 квадратных метров, то есть чуть больше 4 соток. При въезде на участок установлены автоматические ворота, которые открываются с пульта. Есть место для парковки 2 машин. И слева от нас находится зона отдыха. Здесь у нас искусственная трава. И также есть забетонированное место для бассейна каркасного. Этот бассейн хозяева устанавливают в летний сезон. Потом моют и убирают. И, как видим, есть здесь и система очистки для этого бассейна, выведенные розетки, собственно. Мы обходим с вами дом вокруг, и здесь у нас, так сказать, находится земля, в которой посажены деревья. Здесь есть персиковые деревья, мандариновые, апельсиновые деревья, а также система полива. Прямо перед нами находится хозяйственная постройка, в которой хозяева хранят вещи, которые они не хотят хранить в доме, то есть велосипеды, какие-то инструменты и так далее. Заходим с вами в дом. Сразу хочу обратить внимание, что здесь установлены двери стеклопакеты, и также во всем доме установлены стеклопакеты. Нас встречает вот такая большая застекленная терраса. Ранее она была полностью открытой, но хозяева позже ее застеклили для того, чтобы получить дополнительное пространство и сделать здесь гардеробную и большую прихожую. При входе в дом нас сразу же встречает кухня. Кухня оборудована абсолютно всей необходимой мебелью, большое количество шкафов. Новая бытовая техника, большой холодильник, есть здесь не встроенная посудомоечная машина и стиральная машина. Окна здесь также стеклопакет и теплые полы. Из кухни мы проходим с вами большую и просторную гостиную. Гостиная в данном случае раззонирована, здесь есть зона отдыха с диванчиком, с креслом, напротив находится телевизор, стенка. И вторая часть — это у нас столовая зона, где находится сервант. Очень красивый и большой стол, наверное, персон на 8-10. Высота потолков в данном доме около 3 метров. Мы проходим с вами по большому светлому коридору в зону спален. И первая спальня налево у нас — это детская спальня мальчика. Пойдемте смотреть. Спальня у нас удачной квадратной формы. Есть раскладной диванчик, за счет этого достаточно много места в помещении. И вот такой вот удобный стол со стеллажами, для того, чтобы ребенок мог учиться. И также здесь большое преимущество, есть большой встроенный гардероб. Далее по коридору нас встречает вот такой небольшой холл, из которого есть проход в ванну. Этой ванной пользуются дети, одна относится к 2 детским, потому что в главной спальне есть другая ванная комната. Здесь полноценная ванна. Ванна очень большая, есть все необходимое. Мы прошли с вами во вторую спальню. Она такой же квадратной формы, в данном случае это спальня девочки. Здесь есть окошечко с видом на сад, также есть большой встроенный гардероб, раскладной диванчик и стеллажи, все, что необходимо ребенку для учебы. И, наконец, мы прошли с вами в главную спальню. Здесь у нас установлена большая двухспальная кровать. Есть также место для работы, это письменный стол. Далее здесь есть небольшой коридор, с двух сторон от которого у нас большие встроенные шкафы для гардероба. И прямо расположена ванна. И пару слов о городке Побла де Вальбона. Здесь находится все необходимое для жизни. Здесь есть школы, частные, получастные и государственные. Также здесь есть большой торговый центр, в котором можно приобрести одежду, любые другие товары. Есть крупные супермаркеты продуктовые, есть спортивные центры. И самый главный плюс, что городок находится всего лишь в 15 минут от Валенсии. Итак, давайте подведем итоги. Сегодня мы посмотрели с вами дом на участке 427 квадратных метров. Сам дом у нас 150 квадратных метров, включает в себя 3 спальные комнаты, 2 ванные комнаты, большой салон и кухню, а также летнюю застекленную веранду.
Хочу отметить важную деталь. Это экономия, которая присутствует в данном доме. Для отопления хозяева используют газовый котел. Это магистральный газ, который идет на отопление теплых полов. Это теплые выведенные полы с регулировкой, в доме 24 градуса зимой, и стоимость газа будет всего 80 евро в месяц. А также большую экономию дает большая солнечная панель, которая расположена на крыше дома, она нагревает всю воду в доме. А также в доме установлены 3 сплит-системы, которые хозяева используют летом для охлаждения в жаркие дни. Теперь пройдемся по цифрам. Стоимость данного дома 400 тысяч евро. Из обязательных налогов будет ИБИ 539 евро в год и 99 евро налог за вывоз мусора. Пишите комментарии, понравилось ли вам данное видео, понравился ли вам дом. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, а также не забывайте подписываться на наши социальные сети TikTok, Facebook и Instagram. Меня зовут Екатерина, мои контакты будут в описании к данному видео. Пока!